Samsung Galaxy Tab 4 T531 – планшетный компьютер 2014 года выпуска с большим экраном и поддержкой 3G. Модель выпускается в двух цветах и выполнена из фактурного пластика, имитирующего текстуру кожи. 10-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей изготовлен по технологии PLS. Аппаратная платформа основана на 4-ядерном процессоре с частотой 1,2 ГГц и 1,5 ГБ АЗУ. Фоточасть базируется на двух камерах, разрешение основной 3 Мп, а фронтальной 1,3. Из установленных 16 ГБ памяти внутреннего хранилища пользователю доступно около 11. Также есть разъем microSD до 64 ГБ и слот для сим-карты, за счет которой обеспечивается доступ к мобильному интернету и телефонии. Из особенностей девайса стоит отметить наличие двух стереодинамиков, возможность одновременного открытия на одном экране двух различных приложений и работу под управлением операционной системы Android 4.4 KitKat. Наличие большого дисплея и актуальные характеристики Samsung Galaxy Tab 4 T531 делает этот планшет неплохим кандидатом для приобретения.